у Путина сейчас нет резервов, чтобы наступать. Значительную часть он их истратил под Авдеевкой. Потому что, несмотря на то, что действия российской армии разительно переменились, некоторые вещи остались совершенно неизменными. Вот мы буквально несколько дней назад наблюдали наступление очередной парадной танковой колонны. Просто, как бы сказать, никто не понял, что это было. Опять построились танковые колонны и наступали, как на параде. И что же, вы думаете, случилось? Прилетели со стороны ВСУ беспилотники, и, естественно, эта танковая колонна, где наступала, там и осталась. Там еще была такая трогательная деталь, что там с этой танковой колонны наступали, знаете, вот эти штуки, мосты разборные, которые надо через речку пастись. То есть они, как вы понимаете, ни до какой речки не дошли. То есть вот, конечно, если действовать на фронте подобным образом, то мобилизация точно понадобится.